нам приехал новый турецкий матовый сатин, довольно плотная ткань, идеально подойдет для пошива пышных юбок, вечерних платьев, корсетов. Здесь такой непринужденный блеск. Кстати, в черном одна сторона блестит больше, а другая более матовая. Можно использовать на обе стороны. Здесь блеска больше, но вот это более гладкая сторона, вот эта с меньшим блеском, красивая. Вот это молочный оттенок, не просвечивает, отлично для пышных юбок. Вот такие красивые складочки, твердые получаются. И белый оттенок, он более холодный, тоже не просвечивает. Прекрасный. Может немножко мяться? Ну, конечно. У нас третий ряд. Такие довольно плотные складочки, крупные вообще.